До студії нового дня завітала Олександра Філоненко, організатор Манхеттенського фестивалю короткометражного кіно у Миколаєві. Вітаємо вас. Доброе утро. Хотілося б на першу чергу розказати нашим телеглядачам про Манхеттенський фестиваль короткометражного кіно, чому він є глобальним фестивалем і як він буде проходити у Миколаєві, взагалі його традицію проходження цього фестивалю в нашому місті. Дело в том, что фестиваль достаточно молодой, как для фестиваля вообще. Первые, ну даже нельзя сказать, что был фестивальный показ, и некое такое спонтанное действие состоялось, собственно говоря, в Манхэттене, в Нью-Йорке, это район такой в Нью-Йорке, в 1998 году, когда теперь это директор фестиваля Николас Мейсон поставил проектор и экранчик на свой грузовичок и показал просто на улице фильмы. Потом как-то у них там спонтанно возникла идея, а не делать ли нам фестиваль. Он сначала был американским, а потом вот с 2006 года уже стали в Европе показывать эту программу, и, по-моему, с 2008 в Украине, если мне память не изменяет, как-то вот нигде информации нет, но я что помню от дистрибьюторов, я такую информацию слышала, то есть мы от Европы, в общем, не очень отстали. В Николаеве фестиваль проходит с 2012 года. Вообще, на самом деле, если кто-то думает, что сделать фестиваль такого мирового уровня очень сложно, это большое заблуждение, потому что главное нужно, ну, желание и, ну, определенные ресурсы, безусловно, потому что такие мероприятия хорошего уровня, они не делаются совсем за бесплатно, в общем, любой это может сделать. Собственно говоря, схема этого фестиваля такая, что они предлагают, сами организаторы фестиваля предлагают программу из 10 фильмов, вошедших в шорт-лист, сначала дистрибьюторам в странах. В общем-то, обычно в каждой стране есть несколько дистрибьюторов, занимающихся кино. У нас, в частности, кино такого типа, то есть фестивальным, артхаузом занимается Артхаус Трафик. Это замечательная компания, которая, в принципе, привозит в Украину фильмы, которые не блокбастер, а что-нибудь более интеллектуальное или такое необычное. В частности, вот этот конкретный фестиваль. И потом уже на месте в стране эту программу можно купить у дистрибьютора. И поскольку Артхаус Трафик, очевидно, люди все-таки работающие не только за деньги, но и за идею, они идут навстречу, вот, например, нам, поскольку в Николаеве как-то так сложилось, насколько я помню, один раз, когда-то это был или 11-й, или 12-й год, он проходил в мультиплексе. Но я тогда еще вообще плохо была знакома с материалом, но я помню, что был какой-то, говорили о какой-то фестивале, на котором люди голосовали, раздавали анкеты. Но, очевидно, была посещаемость не очень большая, мультиплекс, в принципе, наверное, им дорого все стоит содержать этот кинотеатр, и они не могут себе, очевидно, позволить проекты, вот, которые не окупаются, и он просто исчез. И потом, когда уже в нашей команде киноклуба, ну, появился такой человек, как Максим Голуб, который интересовался короткометражным кино, я, если честно, не очень интересовалась короткометражным кино до этого времени, он очень его любил и знал вот все эти фестивали, он сказал, ну вот есть такой фестиваль, ну, в Николаев не доезжает, в силу того, что никто из кинотеатров не заинтересован в покупке программы. В общем, давайте попробуем обратиться. Ну, мне немножко было страшно, потому что, ну, ничего себе кинотеатры покупать, сколько это вообще может стоить. Мы киноклуб, мы даже как бы неофициальная организация, мы просто человеческая инициатива, мы не зарегистрированы никак, и мы деньги не собираем. Вот то, что мы в Садхане берем 20 гривен, это потому что нужно платить аренду. Опять же, вам никто не даст бесплатное помещение, использовать их свет, воду и вообще, и диванчики амортизировать. В общем, поэтому иногда, когда людей приходит много, у нас остается какой-то там 50 или даже 100 гривен с этим. Велика сумма. Но, тем не менее, мы как бы складываем в коробочку, в общем-то, и какая-то сумма у нас образовывается, например, ко времени фестиваля. Но вот я думаю, ну, образуется, ну, 1000 гривен, ну, 1,5 в лучшем случае, ну, фестивальную программу купить не получится. Однако дистрибьюторы оказались, в принципе, людьми, идущими навстречу, и они не ставят большую сумму. То есть они понимают, что в Николаеве эта инициатива абсолютно как бы частная, мы на этом не зарабатываем, мы даже делаем это бесплатно. То есть в Николаеве, я не знаю, хорошо или нет, это меня критикуют некоторые люди, говорят, ну надо договариваться, если вы не можете продавать билеты, пусть продает там зал, вот в данном случае это концерт-холл «Юность» как-то, потому что люди, вот когда им на шару даешь, они как-то несерьезно к этому относятся. Но я не знаю, сколько, что значит в этом случае серьезно-несерьезно, потому что людей приходит достаточно много. В общем-то, первый раз, когда мы делали в этом зале, в «Юности», он был весь забит. Вы должны понимать, что в «Юности» там 700, 750, по-моему, мест. Люди сидели даже на ступеньках между рядами.
То есть, значит, есть потребность культурная. Тогда, помню, даже с Херсона люди приезжали, потому что у них тоже его не было. Сейчас, наверное, уже есть, у них там этот мультиплекс. Их местный как-то очень активно вообще занимается продвижением такого необычного кино. Вот. Но тогда приезжали из Херсона. В общем, то есть, вот такая вот как бы схема, она несложная, но вот она требует договоренности каких-то, каких-то контактов. Ну, конечно же, это нужно заниматься рекламой. Вот спасибо, вы меня пригласили на телевидение. Обычно я вот бесконечно делаю посты в сетях, в Фейсбуке, ВКонтакте, там, ну, Одноклассники мы никогда не трогали. В общем, ну, то есть там, где молодежь присутствует, что, конечно, это в первую очередь интересно молодежи, но не только. То есть бывает и бабушек достаточно много на этих мероприятиях. Аудитория у вас разномонитна. Что хотите? Ну, дети, конечно, не приходят, потому что фильмы, они, поскольку это фестивальное кино, это непростые вещи бывают. Там бывают проблемные, бывают очень такие эмоционально тяжелые вещи, и бывают странные. Вот что-то очень такое кино-кино. Вот, как бы ты думаешь, а что же хотел сказать художник? В общем, ну, поскольку это не для детей, и как-то дети, вы знаете, люди соображают, не приводят. Хотя, конечно, парочку деток бывает, но это не детское мероприятие. То есть у нас схема очень проста. Мы очень давно и хорошо общаемся с директором вот этого всего комплекса ДК «Молодежный» и «Юность» Юлией Захаровой, и, собственно, самим директором концерт-холла «Юность» Юрием Тазарачевым. И вот у нас получается, как бы они... я им пишу или звоню, говорю, ну вот... Они говорят, ну хорошо, с какое число? Единственное, что нужно согласовать, чтобы не наложились мероприятия, потому что там все время активные тут мероприятия. В общем, экран у киноклуба свой. Когда-то в старые добрые времена нам один депутат дал денег купить экран. Просто такая большая ткань 3x6. И поскольку в «Юности» сейчас нет экрана вот как бы для кино, там есть вот светодиодный такой, но им кино показывать, конечно, нельзя. Мы этот экран там вешаем, там тоже оказалось все очень просто, не надо ничего нагромождать. Наш проектор киноклубный, и вот как бы у людей есть фестиваль, собственно говоря. Вот. А почему он глобальный? Потому что, фильмы собираются со всего мира. И вот в этом году в программе будут 2 испанских, американский, британский, латвийский, грузинский, сирийский и, по-моему, итальянский фильм. Вот в этом году, ну, украинские редко туда попадают, российские тоже, но чуть-чуть почаще, в общем-то. А были випадки, коли українські фільми також ходили? На моей памяти, вот мы с 2012 года показываем, не было пока еще, не проходят они отбор в шорт-лист, но, конечно же, посылают короткометражки, потому что они собирают, то есть у них как бы, когда они говорят, так, присылайте, мы тут будем смотреть, это со всего мира, у них там какие-то сотни, понимаете, это 500-600 короткометражек со всего мира, но у них условия, это должна быть профессиональная работа, потому что часто в этих короткометражках вы можете увидеть даже каких-то звезд кино. Там, вот помню, был в прошлом году, по-моему, российский фильм, назывался он «Бровист», про человека, который, ну, заводит публику в театрах, ну, если мы заплатили за это. Там, как, я не знаю, российское кино вообще не знаю, но там мне говорили, что это какой-то там их очень важный персонаж снимался в главной роли. В общем, то есть, вот в этом смысле глобальный, ну, и самая главная глобальность и замечательность этого фестиваля, это то, что в принципе зрители по всему миру участвуют. В общем, приз присуждают зрители, не какое-то жюри. Жюри есть только вот на этом этапе отбора на шорт-лист, а зрители голосуют по всему миру, то есть на входе всем раздадим анкетки. Там будет как бы 10 фильмов, которые вошли в шорт-лист, один можно выбрать, и еще актеры. Как бы их несколько человек, если это были ярко выразительные роли, потому что не во всех этих фильмах могут быть какие-то выразительные роли, за которые можно давать номинацию. Вот нужно за них голосовать. Ну, там галочку поставить, ту ручку с собой взять или надорвать. Мы потом садимся, сразу это считаем и отправляем эти результаты артхаус-трафику по Украине. Они отправляют эти результаты уже в Нью-Йорк, где это все считается. И, в принципе, буквально на следующий день уже результаты известны. Первое, второе, третье места и вот эти вот лучшие актеры. Ну, всегда очень интересно наблюдать вот как бы вот эту динамику, как голосует Николай, как голосует мир. Николай всегда отличается, но не драматично. То есть, например, то, что будет на первом месте, у нас может оказаться на втором или на третьем. Но обычно это как бы вот как присутствуют эти фильмы. А ось цього року які фільми війшли до списку, до перегляду, до голосування? І, можливо, що вас вже здивувало, чим ви були здивовані? Хочу сказати, що я із фільму бачила тільки трейлери, по яким сложно щось зрозуміти, тому що програму ще нам не дали ссылку на скачування, нам треба заплатити.
заплатить. Вот мы как раз объявили, вот это помогите, не учите меня жить, помогите материально, потому что у нас не хватило в этом году на программу, то есть не дособирали, у нас другие есть траты, например, мы делаем видео кинолекции, за это тоже надо платить, люди бесплатно все не делают в этом мире. Это мы тут из разряда энтузиастов и Дон Кихотов. В общем-то, да, ну просто очень любим кино и хотим, чтобы оно тут у нас было в Николаеве. Вот, поэтому как бы дать какую-то оценку фильмам, но то из того, что я поняла, достаточно много проблемных фильмов касательно вот каких-то проблем, существующих в мире сейчас, в частности, сирийский фильм, понятно, о чем будет, в общем-то, и в этом году странно, что вот как бы азиатских фильмов, кроме сирийского, ну, если Переднюю Азию можно прям такой уж Азии определенно, все равно больше тяготеет к европейской ситуации, как-то нет ни китайцев, никого, вот, в общем-то, то есть вот как-то сконцентрировались на европейских вот этих вот моментах. Ну, и то, что, если в прошлом году было как-то много фантастики, как ни странно, в этом году, боюсь, много драм, в общем, поэтому, ну, как бы, будьте готовы, возможно, и поплакать придется иногда, но очень такое... Треба мати з собою хустинку. Треба, да, они могут иногда так задеть за живое, но потому что люди... Вы знаете, иногда в коротком вот материале можно как бы, да, показать одну идею, но очень ярко и выразительно, вот она уж доходит, этот меседж точно и стопроцентно. Олександре, я пропоную разом з вами запропонувати нашим телеглядачам до перегляду трейлер Манхеттенського фестивалю короткометражного кіно, після чого ми повернемось і продовжимо обговорювати цей фестиваль. Прекрасна ідея. Що ж, дорогі наші телеглядачі, переглянули трейлер. Дійсно, бачимо багато драматичних моментів. Так, я обіжала, да. Готуємо хустинки. Тепер хотілося б ще раз нагадати нашим телеглядачам, якого числа, у якій локації буде проходити Манхеттенський фестиваль короткометражного кіно у нашому місті. Це буде концерт «Холд Юность», бувший кінотеатр «Юность», який у нас по проспекту Бокоявленському, Октябрьському, 28А, по-моєму. Ну, адрес это не важно. Это состоится в субботу, 7 октября в 17:00. Программа идет 118 минут, то есть это почти 2 часа. То есть рассчитывайте свое время, но мы специально договорились так, чтобы люди могли уехать во все октябрьские после показа. Вход свободный, то есть вот как бы мы не берем денег за Чекайте на усіх бажаючих. Да, все, кто хотят, места должно хватить. Все-таки «Юность» самый большой по вместительности у нас зал, в котором можно показывать кино. Ви вже сказали, що Манхеттенський фестиваль не орієнтований на дитячу аудиторію, але хотілося б дізнатися, ви сказали, що і для дорослих, і для підлітків, для молоді, і для більш літнього віку. А ось на стан душі аудиторії, на кого орієнтований, на яких поціновувачів? Я хочу сказать, что в принципе они очень разнообразно делают программу обычно. То есть каждый что-то для себя найдет, поэтому иногда вот когда анкеты начинаешь смотреть, то есть думаешь, боже, а кто же у нас выиграет? Ну, через какое-то время ты уже начинаешь понимать, в общем, потому что фильмы очень разные. Но вот единственное, что действительно как-то каждый год, вот в прошлом году было много фантастик. Если вы посмотрели сейчас трейлер прошлого года, вы увидели всякие ракеты, скафандры, какие-то такие моменты, в общем-то. И, ну, такой, и худ, артистических фильмов про музыкантов было, вот как бы театралов много. В этом году, видите, все сконцентрировалось на драматических таких моментах. Ну, вот, то есть, вот в этом году, наверное, люди, которые любят проблемные драматические фильмы, вот им будет в этом году, наверное, интереснее всего. Ну, хотя, в принципе, любой любитель кино может приходить, тут никаких проблем. В общем, да. Ну, действительно, да, я бы посоветовала все-таки детей не брать, им будет немножко скучно. Хотя иногда бывают мультфильмы, но не в этой программе. Да.
Ну, мультфильмы для взрослых. Мультфильм «Медвежья история», он был в программе, по-моему, 2012 года, потом он взял еще «Оскара». Но там было как бы странное такое кино, там был медведь, но он был явно представителем какой-то артистической тусовки, которую потом... Он был из Чили, по-моему, мультфильм. Воспоминания о их вот тоталитарном режиме, то есть его Мишку этого бедного забрали в тюрьму, он там умер, а его сыночек-медвежонок вспоминал. То есть все было не для детей, как вы понимаете. Но мультфильм очень сильный, и вот он действительно произвел впечатлення, як він потім Оскара отримав як мультфільм. Дякуємо вам, Олександро, в першу чергу за те, що влаштовуєте дійсно такі кіноподії для нашого міста, за те, що наші миколаївці мають можливість долучитися до Манхеттенського фестивалю короткометражного кіно цього року. Ми сподіваємося, що і майбутніми роками фестиваль буде в нашому місті. Нагадую, що завітала до нас сьогодні організатор Манхеттенського фестивалю короткометражного кіно 2017 у Миколаєві Олександра Філоненко.